Еще раз всем привет. Ну, в принципе, я видео одно за другим записываю. Сначала мы призвали сказки дремучего леса. Ну, а теперь и инструкторов я призову. Коль 50 их набралось. Давайте посмотрим, какие выпадут вообще четверки нам в этот раз или нет. Не забывайте подписываться, порекомендовать друзьям. Ну и, собственно, устраивайтесь поудобнее. Ну, а мы давайте начнем. Тройки, единички... О, кстати, троек много. Ну-ка, ну-ка, а четверочка? Ни одной. Три тройки выпало. Ну, кстати, тоже неплохо. Очень хорошо они сейчас пойдут у меня для прокачки определенного героя. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Так, так. Ну, блин. Расстраивает меня при последние призывы, конечно. Да, и опять ни одной четверки. Ну, получается, у нас по факту еще останется два призыва инструкторов. Вдруг повезет. Но они довольно-таки хорошо уровень качают. Несомненно. Я не жалею, что их обучаю. Ну и последние два остались. Три звезды и один. 50 призывов и ни одного инструктора. 4 звездочки. Ну, зато 3 звездочки было, в принципе, вполне достаточно. Ну и, наверное, на сегодня все. Мы не будем с лагерей призывать. Совсем уж тут мало пока что. Да. До новых встреч. Не забывайте подписываться. Всем-всем пока.